гостиница «Космос». Привет, дорогие друзья. Легкий маленький репортаж, если получится, из гостиницы «Космос». Фойе гостиницы «Космос». Вот рецепция, рецепшн. Там сувениры. Гостиница «Космос». Вот мы, не знаю, как фокус. Фокус может не пойти. Вот за мной рецепция, валютная касса-менялка. Там кафешка-бар на заднем плане. У меня дисплей не поворачивается. Как вот селфи-позиция. Но мы так, на ощупь, по навыкам. Вот маленький вам экскурс из фойе гостиницы «Космос». Здесь вот такие вот мягкие диваны, кресла расположены. Судя по тому, как я одет, здесь не очень жарко, но комфортно, нормально. Летом здесь прохладно, зимой не холодно. Здесь продаются какая-то косметика. Там чуть-чуть правее скутера продавались. Не знаю, как сейчас не видно, но я не интересуюсь скутерами. Тут вот такие вот столики от кафешки, вот там сзади. Здесь кофе 25 лей. Это больше евро. Евро и четвертая часть. Кто интересуется пивом, пиво здесь, кишиневское пиво, 50 лей. Это 2,5 евро пиво. Вот ресепшн, я за фокус, не обижайтесь, потому что сейчас так фокус не настроен, и камера не имеет следящего эффекта, функции следящего, следящий фокус. Автофокус есть, но он не следящий. Ресепшн, по-русски вахта, по-русски вахта. Ресепшн – это не наше слово. Так, вот вам экскурс из гостиницы «Космос». Сейчас мы перехватили камеру в свои руки и ведем ее. Затряску простите. Вот здесь вот сувениры, мувениры, косметика. Вот такие вот столики, диванчики. Двери сами раздвигаются, кондиционеры, фикусы, микусы, пальмы здесь. Вот, не отходя от кассы, сидя, снимаем вам гостиницу «Космос». То мы снаружи снимали окрестности, а вот сам холл, нет, вот здесь вот, там виден барчик, вот менялка. Ну все. Всем привет из гостиницы «Космос».